Либо он в доме, либо под туннелем. Привет, с тобой Теспи, и я продолжаю играть на Rust сервере сейчас. Моя задача — это фармить ресурсы, потому что произошел вайп, и у меня уже есть небольшая кибитка. В эту кибитку надо принести как можно больше лута. У меня рядом локация, очень надеюсь, то, что она не лутанная. Мне сейчас надо нафармить как можно больше ресурсов на то, чтобы я скрафтил ствол. И это будет сложно. Ребята только отстраиваются, только начинают это делать, потому что вайп был совсем недавно. Камни у нас поменялись. О, подожди, у нас новые камни? Вау. Тихо. Видел? Не, пацаны, давайте без этого. Все нормально, они за мной не погнались, потому что я бомжар или что вообще? Зачем меня убивать? Вон они бегают, вон. Они меня ищут, походу, Нет, они меня, походу, не отпустили, они меня ищут. Ой, у нас прямо на локации строят дом. Ну, я говорил админам, чтобы они засовывали клейм-флаги, чтобы никто не строился на локациях, но они этого не сделали. Ну что вот это вот такой огромный дом прямо на локации? Как по мне, такого вообще не должно быть. Ой, три удара надо. Но эти красные бочки мне не нужны точно. Мне топливо сейчас вообще не надо, надо искать все, кроме красных бочек. Тихо. Я понял. Я, походу, тут не полутаюсь нормально. Похоже, лучше уйти отсюда. Тут какой-то челик с дробовиком, и это вообще не ок. Он даже его видел, он ливнул. Чё? Серьезно? Это просто что это было? Я около сферы, но сферу я фиг залутаю. Я только снизу сферы могу побегать. А тут уже все залутано, один ящик только остался. Смотри, они закрыли проход на сферу. Вот что это вот это вот такое? Вот что вот это вот такое? Камонище просто какое-то. Блин, какой-то челик тут. Какие-то челики, они залутаны у нас? Ага, я их увидел. Мне нужна ткань, я смогу сделать лук. Вот одна ткань есть у нас, еще одна нужна, и будет все окей. Ой, у нас новый лук, смотри, пропадает прицел, надо на эту дюбку целиться. Хорошо. Где-то тут челики должны быть, где-то тут они говорили. Вот надо было мне их терять. Где они теперь сейчас бегают, фиг поймешь. Опа, это Томпсон, походу. А, вижу. Так, я понял, он меня заметил. Можно подойти и убить победителя. О, мой лут, кстати. Можно залутать по фастику. Вижу. Так, вот этот челик. Почему не попал? Подожди, куда ты стреляешь? Он стреляет выше, как с лука стрелять. Камонище, это же просто забей. Надо выше прицела стрелять. Я понял. Вообще сейчас лук — это такое говнище. Он стреляет выше прицела, нету прицела, неудобно. Значит, надо будет крафтить оружие обязательно. Хотя бы гвоздомет какой-то, потому что я с этим точно ничего не смогу сделать. А чтобы скрафтить оружие, надо, блин, собрать что-нибудь полезное. Ну вот смотри, я целюсь вот сюда. И попадая выше стреляет. Не сюда, а выше. Господи, насколько уничтожили лук, я не понимаю. Зачем это было делать? Просто убит. Сейчас с него просто невозможно стрелять. Так, это СМГ-боди, отлично. Скорее всего, смогу сделать СМГшку. С дробовика валят. Балуй. Надо валить отсюда, я уже как бы залутался. Кастом СМГ, 10 quality metal, это у меня есть, но нету пружинки, блин. Может быть, этот лук скрафтить? Слушай. Может быть, этот лук починился, если тот обновился? Везде нужны пружинки, а пружинок у меня нет. А вот, смотри, пружинка не нужна. Можем сделать револьвер. Давай сделаем револьвер. Так, отлично, все, мне хватает, делаем револьвер. Есть еще такой револьвер, но опять же нужна пружинка, а пружинки у меня нет. Так, окей, 8 патронов. Чем ты у нас заряжаешь, сразу надо понять. Магазин выглядит как камень какой-то.
Хорошо, очень хорошо, очень хорошо, Томпс. 15 патронов всего, но все равно, это Томпсон. Так, я могу сделать этот крутой лук, давай его делать и затестим, как он у нас выглядит. Работает ли он или нет? Ну, прицел как минимум у него есть, окей. Стрелы вроде бы, я даже не знаю, ну-ка. Так, стрела у меня есть, но он не будет перезаряжаться, он не перезаряжается. Стрела ему не подходит, ну такой классный лук, и он не подходит. Он не работает, ну ё-моё. Просто выкидываем тогда его. Я, скорее всего, смогу сделать вот этот вот самодельный дробовик. И дробовик сейчас мне то, что нужно. Сейчас буду искать ресурсы на него. В общем, пойду пока порублю деревья и отправлюсь уже на причал. Ой-ой-ой, тут челик, ё-моё. Ё-моё. Хорошо. Блин, это бомжара был, бомжара. Я думал, он так бежит, то, что он сейчас дробовик достанет и стрельнет мне. Два патрона осталось. Значит, Томпсон возьмем с собой. Просто, чтобы было, чем это стрелять. Просто, чтобы можно было защищаться. Кстати, а кроссбоу очень просто крафтится. Давай его попробуем скрафтить. Так, отлично, у нас хватает. Делаем и проверяем. Блин, подожди, куда ты будешь попадать? Непонятно. Ну, слушай, вроде бы норм. Так, я целюсь вот в эту полоску, окей. Целимся. Блин, он выше все равно стреляет, смотри, все равно выше. Это получается, надо вот как-то вот так вот стрелять. Вот так вот. Ну да. Это неудобно все равно. Очень неудобно. Я очень надеюсь, что починят эти моды, они какие-то рели очень сложные. Ну, вот как-то вот так вот. Выше головы прошу. Вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да. Это тоже бомжи, к сожалению. Челик тот убежал, но тот был одетый вроде бы. Это убитый человек. А, вон он, смотри. И там поднимается еще какой-то челик. Вот за этим, которым я бежал. Так. Блин, ну хрен тут попаду, конечно. У него калаш! Блин. Ну, против калаша перестреливаться, это вообще забей. У меня какой-то арбалет поломанный с прицелом поломанным, это вообще Unreal. Уходим. Если бы хотя бы прицел был нормальный, ты просто на АБК стреляешь, непонятно куда. Но я пытаюсь как-то спуститься, чтобы не поломать ноги, походу, но... Слушай, получается. Уже поломал, уже похер, можно падать. Чё? Блин, мне ноги поломанные. Очень плохо, надо подождать, пока ноги восстановятся, надо просто подождать. Блин, он меня заметил. На тебе плюху. Куда побежал? Сейчас у меня ноги восстановятся, сейчас я себе дам плюху. На! О, убил! Вон он триспавнился, походу. На тебе плюху. Так. О, чувак. Чувак, хорошо. У него очень много пороха какого-то, или это сера. Очень долго все это лутается, конечно, но что поделать. Это все надо забирать, это все мне надо. Уходим сейвить лут. Очень вкусный парень. Что мы вообще урвали? Опа, у него ревик был, Я могу сделать какую-то лампу, но окей, давай попробуем. Я просто не знаю, что это. Просто лампа какая-то. Вау. Ну где-то в текстуре. А, она невидимая лампа. Прикольно. Опа, мы можем переплавить это. Отлично, у нас будет порох. Да, смотри, можем сделать магазин запасной на питон. Давай сделаем. Патроны тоже можем сделать. Хорошо. Значит, заряжаем. Вот так вот. И можем еще зарядить. 100 патронов. 95 патронов. Охренеть. Погнали, сгоняем на завод. На завод, который причал. А пока я бегу на завод, хочу тебе сказать, что недавно сыграл в игру SCP. Знаю, что среди моих зрителей есть любители этого жанра, и я выбирался из живой локации, которая является SCP-объектом. А посмотреть, как я это делал, ты сможешь на моем втором канале. Ссылка будет в описании. Когда смотришь этот видос, посмотри. В конце видео напомню. Опа, ну давай проверим АИМ. По идее, надо вот так вот стрелять, но смотри, не попал. Арбалет должен быть точным оружием, но арбалет нихера не точное оружие. Что это вообще такое? По идее, вот так вот надо стрелять. О, попал. Так, а у нас тут, смотри, эти бочки. О, хорошо. На плюху. Хорошо. Рашим. Блин, зачем ты еще раз перезаряжаешь? Давай стреляй. Блин. Не уйдешь, паскуда. На тебе плюху. Так. Ах. Давай.
где этот друг? Ах! Тяжело стрелять, тяжело. Попал. Прям в хедшот не попал. Так, ладно, захилимся. Попал снова. Блин, он какой-то профессионал. Профессионал, смотри. Поменялись мы позициями. Хорошо. Не лагай. Отхилились. Сейчас продолжим. Давай, 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 давай. У него тоже арбалет, походу. Хотя нет. Угу. Давай. Высовывайся. О, сейчас гораздо сложнее с того файтить. Гораздо сложнее. А, подожди, он сдох? Сечет. А как ты сдох? Это же ты был? Да, у него лук был, кстати, обычный. Странно, а как ты так стрелял хорошо? Парень, у тебя бинты закончились, значит, бинты надо крафтить. Опа. А он вообще понимает, что я в него стреляю? Я думаю, он прячется за деревом. Так, у него, слушай, ничего нет. Вот так вот. Хорошо. Сблизи-то можно более-менее стрелять. У него ресурсы то, что надо. Ну, на самом деле, ни о чем, но мне это все надо. А вот и причал. Наконец-то я пришел. Опа, уже стреляются. Хорошо. Это с гвоздомета вроде бы стреляет. Я уже думал, кого-то убили. Так. Хорошо. А, у тебя ничего нет? Ой, мне сейчас будет тыкать, что ли? Ты серьезно? Блин, попади ты в него. Попади, попади. О, попал. Он по мне попал. На тебе хэдшот. На тебе плюху. На тебе плюху. Мое, 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 мое. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, забираем, все, забираем. Фига ты налутался. Тихо. Слышал? Кто тыкнул? А я даже вижу их, я их даже увидел, я их даже увидел. Вот они. Вон, 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 вон. Они дерутся, давай поможем, давай поможем. Здравствуйте. Здравствуйте. Убивай его, братан, убивай его. Я спас чувака. О, тут какой-то челик еще подбежал. Тут кепок нормально так бегает. Так бежит в панике, пытается выжить. Да почему не попадает? Что вообще? Что ты прыгаешь туда-сюда? Умри ты уже. Сколько тут людей? На тебе плюху. На тебе хэдшот. Хорошо, хорошо. Сближение, сближение, сближение. О, мне хэдшот попал. Тихо, тихо, тихо. Пацаны, давайте валите. Что происходит? Ору. Так, мне вообще нужны стрелы. Вот так вот подбираем их потихоньку. Да попал снова, смотри. Блин, просто вот это мясо, ты посмотри. На! На! Да что, да умрите вы! Блин, я не могу. Вот эти вот файты, они могут продолжаться бесконечно. Мы бесконечно можем бегать. А, у меня патроны закончились. Да, отлично, отлично. Ой, хорош! Погнали, 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 погнали. Быстрее, он сейчас домой забежит. Надо чуть-чуть ниже стрелять, чуть-чуть ниже. Как-то его пытались затыкать, и я пришел ему помочь. Этот чувак сейчас убегает. У меня осталось там 3 или 4 стрелы, и надо как-то пытаться его убить. Это их не дом, аккуратней. Не пускай его. О-о-о, MLG. Блин. И за мной. Пацан, помогай мне скрафтить ты лук себе. У меня-то стрел совсем немного. Ладно, давай знаешь что? Давай пробуем его. Братан, я помогу тебе. Давай помогай. Надо в него попасть, а потом можно с арбалета. На, плюху.
Ёб твою мать! Я не ожидал, что у него дробовик. Сейчас я приду с револьвером, ублюдки. Забайтили под дом, ты посмотри, забайтили под дом. Ну ладно, мне понравились эти побегушки. Я не ожидал, что у него дробовик, он так бежал, как будто у него камень в руках, так темно, ничего не видно. В общем, я взял револьвер и запасной магазин на револьвер, и сейчас отправлюсь. Бежать мне туда минуты 4, наверное. 4-5, где-то так, но надеюсь, они там еще будут. Не, ну дробовик это тема, на самом деле, самому надо дробовик обязательно крафтить. Блин, где же их дом был? Или мы куда-то сюда бежали? Тихо. Дружище. На, теплюха, дружище. Отчаливай. Надо менять позишн. Так, ну где ты? Либо он в доме, либо под туннелем. Так, перезаряжай. Хорошо. У него это друг вроде был. Или нет, или это дверь багалась. Окей, быстренько лутаем. Очень сочный парень. Охренеть, у него снайперка какая-то. Хоум. Давай. Фух, я ТП-шну, вы смотрите, что я урвал. Это просто бомба. МВК-дверь, отлично. Я, походу, нашел его на времянке. Это маленькая кибитка была, деревянная, это его времянка. И я его поймал, он, возможно, кого-то сейчас зарейдил. Очень много оружия, очень много, хорошо. И еще турелька еще одна, хорошо. Давай поставим пока что ее здесь. Вот что вот это вот за пушка такая, еще с прицелом каким-то самым эпичным. Просто найс, а прицел. Это четырехкратка, похоже, которую можно скрафтить. А чтобы продолжение вышло как можно быстрее, давай наберем 2000 лайков. Обязательно посмотри, как я играл в SCP, ссылка в описании. Подписывайся на канал, комментируй, вступай в группу ВКонтакте. Удачи, дружище, и до скорых встреч.